Делали. Не, я тоже хочу. Так, я раскрыл. Что с тобой? В смысле? Это нормально вообще? Так, все, меня не волнует, я тоже так хочу. Жуйте утюг, с вами Глюк и Игоряо. Привет! Он где-то снаружи находится. Я, короче, отходил тут за чаечком, и он построил вокруг меня вот эту вот хреновину. Но он не знает, что у меня есть технологии по быстрому вызволению меня отсюда. Это динамит или что это? Может быть. Никто не знает, что это за странные технологии. Ну так любой может. О, это что такое? Просто быстро, максимально быстро выбрался. А, я думал, ты с пушки какой-то стрельнул. Это динамит обычно был? Ну да, там было несколько динамитов. Там была цепочка. Если что, я 30 минут строил вот это вот здание, которое Глюк сломал за несколько секунд. У нас 5 минут перерыв между записью прошлой серии, так что мы их записываем подряд. Какой 5? Что ты придёшь, Люк? 30 минут ждал. Я полетел. Короче, друзья, мы сегодня будем смотреть гифты, но, ну, подарочки, то есть. И обычно подарки мы смотрим от вас, от подписчиков. Но в этот раз подарков от подписчиков не осталось. Я уже все пересмотрел. Так что я жду от вас новых подарков, интересных, классных, креативных. И мы будем в следующий раз смотреть их. А пока что мы смотрим, что сделали другие пользователи для других игроков. Вот, например, смотри, значит, у меня есть супер подарок. Вот открывать его будешь ты. Он вообще предназначен другому ютуберу, с которым я тоже знаком. Это Клауд. Охренеть, блин, слушай, а он не обидится про этот подарок? Я думаю, нет. Ну, блин, ладно. А может быть, прикинь, кто-нибудь в следующий раз мы делаем. Ой-ой-ой, блин. Ну, если ты будешь часто снимать скрэп-механик, могут сделать подарок прямо для тебя. Офигеть, я теперь только скрэп-механик буду снимать. Офигеть. Ну давай, нажимай, короче, на кнопочку. Точно? Да. Я боюсь. А вдруг там бомба будет? Может быть, запросто. Ты на кнопочку нажимай. Я увидел, там чуть-чуть, там машинка есть. Я увидел через дырочку. Ладно, нажимаю. Подожди, наша гравитация нас подвела. Поставь еще раз этот антигравитационный модуль. В смысле, так ее ж нету, она ж выключена. Ну, надо поставить и выключить его, а потом его убирать. Короче, он не срабатывает. Вот, давай вот так вот. Все, нажимай на кнопку. Не, убери. Блин, я боюсь. Вдруг что-то не пойдет не по плану. Нажал. Охренеть. Вот, поднимается. Офигеть. И вываливает. Меня раздавило. Все, чувак, теперь это твоя... Слушай, а классная машина. Охренеть, блин. А кто ты сделал? Есть имя? Да, дверь тут открывается. Есть имя автора, это Суицид Мастер. Офигеть, Суицид Мастер, спасибо тебе большое, что сделал для меня такую машину. Он даже не знал, что он для тебя делал, он сделал ее для Клауда. А я так знал, что все. Ты жопой голой сел на унитаз. Да, еще и прилепился, меня всосало. Слушай, что за кнопки? Что за кнопки тут есть? Вот нажимай, 1, 2, 3, там неизвестные функции, какие-нибудь будут. Это функция переворота, походу. Нет, это просто... Эта функция изначально заложена в твой мозг. Вот, теперь нажимай. Это ты сделал? Да, я переставил. Так, эта дверь закрывается, прикольно. Ну, давай, а что еще есть? Это... Вау, посмотри, пукает машина. В смысле пукает? Вот, ты видишь, у тебя пузырьки? А что происходит вообще? Нет, там какой-то механизм, и он что-то бухается. Как-то странно. Ну, пух. Не, я думаю, так и должно быть. Потом... Там, может быть, передачи переключаются, типа? Охренеть! Посмотри, как у Роллс-Ройса! Слушай, а тут загораются эти поворотники. Ух ты. Поворотники загораются? На капот, залезь на капот, посмотри. Но. Смотришь на капот? На крестик, смотри. Ну. Охренеть! Прикольно. Это гений. Я бы туда, конечно, факулечку поставил, но... Посмотри, какой двигатель крутой! Господи, блин, это такая крутая машина. Подсветка, а это что такое? Сзади багажник открыт. Фу, ой. Артём. Прояви уважение, да хватит пукать. А, куда ты меня повёз-то, Куда ты меня повёз? Ты что делаешь? Не ломай, блин, не ломай. Я вообще снаружи оказался почему-то. Что? Ты что делаешь? Ты полудурок! О, ну ладно, а я здесь остался. Пока.
А как мне отсюда вылезти? А это уже твои проблемы. Смотри, вот это вот яйцо, которое я для тебя снес. Я специально... Обосраться! Ну вот примерно так оно и получилось, да. Я тужился, старался, и вот, собственно, результат моих трудов. Давай, открывай его. Открывай. Мы посмотрим, что там внутри. Я сам не знаю. Блин, Артём, не получается. Ты тупоголовый, нажми Е просто на кнопку. О, блин, так это шарик, давай поиграем сначала с ним. Да ты идиот. Лови, 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 на футбол. Просто открой, просто открой сраный ящик вот этот, вот. Так, открываем. Отходи, отходи, сейчас рванет. О. Чего, блин? Я снес яйцо с суточкой. Чего, блин? Какое говно, это самый ужасный подарок. 0 из 10. Чё это самый ужасный? Между прочим, я старался, производил. Вот, смотри, какая прекрасная утка, красная. Не знаю, что-то мне вообще она не зашла. На, тварь. Ты просто утка-ненавистник, я тебя понял. Я понял, блин, я жалко, у меня нет подарков. Я бы тебе такой подарок офигел бы. Не то, что утка вонючая. Так это ты прям сделал? Нет. Блин, это кто-то из подписчиков сделал. Ну, кто-то сделал, да, я себе присвоил. Блин, крутой подарок, очень классный, мне понравился. А, то есть уже понравился, да? Вот, значит, если я так, значит, не понравился, а так вот понравился. Ну, блин, просто подписчик не знал, что он... Ой, а что это такое? Давай, уходи оттуда. Я тоже не знаю, что это. Сейчас проверим. Так, это твой, да, подарок? Да, это мне подарили. И, возможно, я его даже уже открывал, а может быть, нет. Заходи сюда, где ты? Ну не ломай, слышишь? Да я не ломаю, иду, ты где? Я вон там со стороны двери. Офигеть, блин! Это лаборатория. Это какой-то бункер, да, и мы сейчас будем пытаться... Молодец, ты нас закрыл. Вот, смотри, сзади дверь открывается. А как это вообще можно сделать? Я в шоке. Ну можно. О, смотри, за нами закрывается. Я не знаю сейчас код. Мы с тобой здесь будем в самой сохранности просто. 1337, видел цифры? Боже ж ты мой, это ядерная утка какая-то. Охренеть, а как это вообще было сделано? Я не представляю. Ну, тут еще комната. Тут сиденье, да. А зачем? Ну, типа, а нажми пробел. Пробел? А, нет, не получилось, ну ладно. Смотри, короче, фишка в чем, это бункер. Давай мы его протестируем. У меня есть зенитные установки. Давай. И мы сейчас попытаемся как бы закрыться и посмотрим, выживем мы или нет. Так, теперь подожди, надо закрыться. Ты что, это же серьезно. Да, закрываемся. Закрываем шлюзы. Закрылся. Так, вот это тоже. Нет, блин, как ты сейчас думал, так просто, да? Ну да. Все, последняя сейфовая дверь. Свинка здесь, уточка здесь, мы готовы. Смотри, нажимай вот на вот эту кнопочку, видишь ее? Нажимай на нее. Нажал. Вот, теперь жди. Сейчас будет сверху атака. Ой-ой-ой, мне страшно, блин, что делать? Если мы останемся живы, то будет круто. Ну да, как минимум. Они пока что еще запускаются, сейчас... Так, свинья, не трахай пульт! А давай ты не будешь ругаться матом. Это похотливая свинья. Чем она тут... Опа! А, нет, Артём! Мне страшно! Отлично вообще! О, двери выбило, чувак! Двери выбило нафиг! Уходи! Уходи в сторону! Какой уходи? Артём, они сейчас, если ты оттуда выйдешь, то точно ракеты в тебя полетят, чувак! О, нет! Меня выкинуло из этого, из бункера! Куда тебя выкинуло из бункера? Я застрял в текстурах! Тебе продолжает долбить. Ракеты в тебя летят, чувак. А что делать? Сейчас они додолбят. Подожди, все, закончилось вроде. Офигеть просто, что за бред. 25 ракет прилетело в тебя. Где ты есть? А, вон он. Привет, я вот тебя вижу. А как ты там оказался? Не знаю. Тебя выбило каким-то чудом туда. Это жесть, меня просто именно так расхреначило, что оказался вот... Ванны? Ты видишь, ну да, как бы это самый крепкий материал в крафт-механике, поэтому ванны остаются, ну как бы, после взрыва, после всего. Это мне кажется, жесть. Это самый классный сломали, материал. Да, вот эти гаубицы? Да, пол каким-то чудом они сломали, и вот, собственно, все, что осталось от нашего бункера. Блин, круто, я ставлю 5 из 10, очень круто. На самом деле, достаточно неплохо. Ну, я бы поставил больше, я бы, наверное, поставил 7 из 10, но... Не знаю, по мне это немножко скучно. Просто я уже такого много видел, поэтому мне не так интересно. А вот смотри, моя постройка, как думаешь, сколько вот ты бы дал ей баллов? Это вот это? Да. Ну, там, полбалла я бы тебе дал.
В смысле попало? Из сострадания. Во, смотри, вот это вот мы не смотрели. Вот, давай. Ой, она еще звуки дает. Я застрял, помоги, пожалуйста, Артём, меня Это косичка. Это где? Понятно, я провалился. Слушай, вы играете такое? Неправильно, прекратите. Прикинь, я написала. Да, ты играешь неправильно, видимо. Я с читами играю или что? Ты... Нет, ты просто дебил. Смотри, какая прикольная свинюшка. Так, а? Выйти из игры. Угу. В смысле? Иди сюда, Смотри, блин, тут заморочился, так ее сделал. Блин, реально круто. А как она звуки издает? Это что вообще такое? Там есть блоки, которые издают звуки. Нажимай на кнопочку, давай посмотрим, что внутри. Блин, что она... Я сейчас нажму, ты готов? Да, я реально нажму. Ну давай, да, раз, я... два... Я жму, Артём, смотри! Ты не нажал, полудурок. Я же вижу все. Блин, мне очень нравится то, что на всех постройках делают специально вот именно стрелочки, чтобы ты нажимал, ты знал, куда нажать. Все. Чё? Чё? Это постройка, которая ходит. Это свинья, чувак, это свинья. Ну, то есть сверху, видишь, там харя у неё. Блин, круто. Это просто свинья, которая ускакивает от тебя. Блин, ты глаза его испортил ещё. Ну, что это такое? Как, наоборот, прикольно получилось. А! Она сама взорвалась или ты взорвал? Я думал, это ты сделал. Нет. Свинку рванули, свинку убили. Нет, зато у нас много бекона теперь. Давай, хавать её, бля. Это железо, дебил. Она из железа была сделана. Ну не, ну ты, в принципе, можешь есть. Так, выбирай, какой тебе подарок? Вот зеленый? Это. Вау. Ты уверен? Ой. Ты уверен, ой, что ой, ты ой, это ой, хочешь? Ой-ой-ой-ой. Так, часть уже улетела. Слушай, какая-то дичь. Вау. Что это происходит такое? Что это? Чего, блин? Охренеть. Посмотри, какая длинная штука. Ты подожди, сейчас это еще не все. Подожди. Офигеть, блин! Ты куда, дружище? Мне страшно, я падаю. Не падаю. Что это такое? Нет, ты падаешь. Ой-ой-ой, Артём, помоги, пожалуйста. Зачем? Вау, это качель. Это каруселька. Охренеть просто. Слушай, я тоже хочу. Бери его. На. Мне кажется, что-то пошло не по плану, и она сломалась, чувак. Да, как-то по-другому работает, мне кажется. Слушай, я тоже хочу такое. Что, это же интересно. Слушай, ты можешь только мечтать о такой. Не, я тоже такую запущу. Не, можно я один поиграю? Это мне сделали. Не, я тоже хочу. Так, Что с тобой? В смысле? Это нормально вообще? Так, все, меня не волнует, я тоже так хочу. Артём, меня сейчас вырвет, мне плохо, реально. Слушай, я тоже хочу позвать, фига себе, я такую хрень еще не видел здесь. Боже, мне плохо. Так, раскачиваемся, давай. Охренеть, просто охренеть. На другую сторону. Сколько классного всего тут происходит. Так, слушай, я раскачиваюсь пока что. Я не как ты. В смысле, не как я? Ну, в смысле, я не проворачиваюсь сквозь землю. А я проворачиваюсь, смотри. А как у тебя так получается? Я понял! Я понял! Что ты делаешь? Ах, ты хитрожопа! Получилось тебе? Нет. Ха-ха, понял и не получается. Блин, это обидно. Ща, подожди. О, получилось! Да! Блин, классно. Дрынь. Слушай, она такая быстрая. Да. Прям офигевшая быстрая. Ой. О, посмотри, как я кручусь. Быстрее посмотри. Да я вижу, ты горизонтально крутишься, да. Блин, какая дичь. Ой, блин, какая классная дичь. А я вертикально опять пошел. Классно. Боже мой, это прекрасно. Само, прикинь, не летает, я ничего не делаю. Мне кажется. Блин, мне кажется, мы так можем раздолбать себе что-нибудь. Да, вроде нет, нормально все. Все, я отпустил эту штуку, теперь она сама решила полетать. Каким-то неведомым образом. Да что она делает-то, ну? Я ее не трогаю, она дичью страдает. Блин. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
Слушай, ну классная вообще штука, я прям в шоке. Да, мне нравится. Я давно таких угарчиков не делал, не видел, не делал. Вот это креативно, вот за это вот просто вот десяточку, да, даже 11 я бы дал. Просто необычно, вообще не было еще такого. Кто-то что-то придумал вот новенькое. Вот, смотри, вот этого вот ни ты, ни я не видели. Вроде бы. Ой, блин, красиво, кстати, ленточка именно с сердечком. Классно сделано. А тут, короче, кнопочка. А вот сбоку открылась. Чувак! Чё такое? Да ладно! Это краб! Это сраный краб! Как? Как это вообще делают люди? Ну вот так вот. Роботизированная крабья единица. Боже мой, это шикарно. Офигеть просто. Это просто... Не, я не сломал. Или ты его... Вот, ты его сломал, понятно. Поехали. Владей. А он только может в бок ходить, да? Нельзя садиться. Да, никуда? Да, ну блин, все крабы ходят в бок. Ты видел хоть раз краба? Конечно, видел. О, просто смотри. Тебя тоже колбасит. Дыц, 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 дыц. Блин, круто очень. Да, слушай, офигенский краб. Вот это просто такого. Просто 10 из 10 на самом деле. Потому что это очень сложно реализовать, и это креативно. Да, я первый раз такое вижу. Я как бы в скрэп-механик играю уже 6 лет. Краба. Он сегодня второй раз играет. Это второй его ролик. Причем это за один день. Ну да, да. И, блин, ну это на самом деле креативно. У нас... Вот почему мне подарки, когда присылают, короче, ну вот не делают такого прям вот. А вот, это кому был подарок? Талантливого такого. Вообще это был Клауду тоже подарок. Пипец. Мы чужие подарки Клауда сейчас любит. Раскрываем. Ну вот у него какое-то креативное прям сообщество, что это у меня не так-то вообще. Ой-ой-ой, а что это такое? Это бомба. Ракета, видимо. Ого, слушай, блин. Ого. Не надо, дебил! Не надо! Ты кусок придурка! Ты же перевесил ее так. Это так не работает. Давай сделаем как-нибудь. Давай еще раз, да, только... Блин, как надо успеть, надо как-то. Я знаю как. Как? Сможешь два сиденья сделать? Одно смогу. Блин, а если мы с боков просто сделаем? Вот с одного бока вот так вот. И вот так вот с другого. Я уже сижу наверху. Убери это кресло. Нет, ты все испортил опять. Не испорчу, ты сидишь. Уже испортил, чувак. Нет, нормально. Ты дисбаланс сделал. Нормально, Так, я пошел. Меня это не интересует. Я пошел. Ты сломал ее. А ты как? Я хочу, чтобы ты со мной полетел. Не, зачем? Ну, это испытание, нет. Понимаешь? Прежде чем я полететь, ты должен это все оттестировать. Вот давай. Ну вперед. Да, я же с женщиной играю. Женщина должна... О, нет, Артем, мне страшно. Да не бойся, все нормально. О, нет, она прям через меня прошла. Я 100 раз так делал. Фига себе, она улетела. Офигеть, лови меня, лови. Нет, я в яму лечу, я прям в яму. Я реально лечу в яму. Как ты в яму вообще улетишь, если там нет ямы? Вот, я в яме, я рядом в яме. В смысле ты рядом в яме? Я рядом с нами в яме нахожусь сейчас, которая у нас яма. Можешь, пожалуйста, достать меня? Как? Ну вот так вот, блин, в яме нахожусь. Так, подожди, я за тобой отправляюсь, давай. Такой же траектории сейчас. Я понял, как ты в яму попал. Я понял. Это тебя чуть-чуть дальше просто отбило. Да? От стенки. Ты в яму сейчас попадешь? Ну, я рядом, короче, сквозь землю провалился сейчас. Слушай, давай сейчас в яме, короче, сделаем сейчас две ракеты. И запустим их одновременно. Давай. И мы с тобой посмотрим. И это будет просто ракетная шахта. Мне вообще что-то дико зашла эта постройка. Прям я 10 из 10 поставил бы. Ну и тут как бы тут была дверца, которая открывалась. Теперь ей придется выламывать. Во, давай сюда залазь. И давай смотреть. Офигеть. Тут, короче... О, наша кровать, давай ложись. Я не могу с тобой... В смысле? Что? Господи! Что? Что было? Это 69, только наоборот. О май гад. Это что-то с капрофилией связано. Это запрещено, чувак. А ты заблюришь? Заблюрит он. Это сиденье сзади. Господи. Серьезно?
Подожди, а оно такое, типа, может случайно получаться? Этого не должно было произойти? Это, ну, он поставил два сиденья. Возможно, специально для этого. Ну, типа, чтобы порофлить, я не знаю. Блин. Охренеть, просто охренеть. Как круто. Понравилось, да? Я знаю. Я прекрасен в кровати, конечно. Слушай, может быть это 45-41 повторим? Чего? Это что? Это какая-то... Есть поза 69, а есть поза 45? Нет, 45. Ай, ладно, сейчас. Я не выкупил. Так, смотри. Да, одно на уме только. Ой, это на второй этаж подъем? Охренеть. Я не знаю, тут типа супер дом какой-то. Вау! Ё-моё! Огромный, как у тебя у свиньи письки вместо ног. Тут тоже писька, смотри, такая торчит. Чё? Как я включить? Ну вот, видишь, вот это вот, как у хрюнделя твоего было. Слушай, их можно освободить. А тут как-то еще должно открываться, наверное, вот вперед, посмотри. Есть где-нибудь кнопка, не? Да-да-да, скорее всего, да. Нашел кнопку, походу, да. Давай. Так, подожди, а можно сесть? Можно, наверное, сесть. Нет, да, скорее всего, запустить только. Не-не, вот можно сесть там возле головы, видишь, вот где я сел. Давай. Голова. Садись, и мы попытаемся поехать. Все, я готов, давай. Раз, два, три. Гонка! А оно не поворачивает, оно просто прямо едет. Да, оно не поворачивает. Ну ты меня, конечно. Ты меня обогнал, потому что ты раньше меня стартанул. Ой, не надо, блин, тут. Я сказал, раз, два, три, наж. Догоняй. Повернул, прикинь, поворачивает. О, нет. Слушай, он реально как-то пытается поворачивать. О, нет. Это бой, что батл за... просто. Да почему? Это опять какой-то этот, поза опять какая-то твоя там да, 78 какая-нибудь, да? По-братски, давай вот без этого гомосексуализма. Ну что такое, блин, нормальный шит. Это, нормальный... Какой гомосексуализм, ты самка вообще? А, да, то... А, ну нар... Иди сюда, Артём, давай. Что там 98? Что ты там хотел? Я просто хотел тебя убить. И твою свинью. Это не свинюшка, это непонятно что вообще. Ладно, я пойду посмотрю, что еще. Вот смотри, короче, у нас тут в доме кто-то решил, что в коридоре поставить унитаз — это нормас. Ну, а у тебя не так разве? Да, в принципе, да, конечно. Дома то же самое у меня, ага. Тут просто не хватает это двери. Тут вот, кстати, еще есть какая-то дверка. Ой, не дверка, это. Я не знаю, что это. Ты где, на втором этаже? Между первым и вторым. А как ты так провалился сюда? Привет. А что? А, это велотренажер, ни хрен. А, я знаю, что это такое. Это, скорее всего, колес. Ну, типа, это же дом, им же можно было там, типа, что-то управлять, что-то такое. Да. И, скорее всего, да, это к нему относится. Ну, прикольно, прикольно. Ставлю, двоечку. Почему двоечку? Не, мне видно, понравилось. Что человек старался, молодец. Мне, в принципе, вполне понравилась эта построечка, но, блин, маленькая. Вместо этих двух упоротых, я не знаю, наездников на свиньях, можно было что-то лучше сделать, как мне кажется. Так, ну все, друзья, на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, канал Игоряо. Ссылочка на него будет в описании. И любить бобров, пожалуйста, они так нуждаются в вашей любви. Ты подписаться должен на глюка, ты подпишись, если ты не злюка, подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.